They don't even need a nose rap to be blowing up. This should be jumping lines like guns. Make a dollars, yeah. Big amount. Booty, booty, pass if I'm going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. This should be. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Спасибо всем, кто смотрит футбол с комментаторами. Для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Смотрим футбол в исполнении двух классных команд. Как же здорово, что болельщики на трибунах. Работать и играть в такой атмосфере лучше всего. Спасибо, Георгий. Интересно будет посмотреть за предстоящим матчем. Многие ждут от него захватывающей борьбы. Ну и мы, конечно, в их числе. Рикошет и угловой будет. В центр штрафной, мяч с углового летит. Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Отдавать мяч нужно, есть кому. Сыгранный навес должен последовать. И что дальше тут будет? Очень уверенно действовал защитник, и навес не прошел. Отдает он передачу. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака эта сложиться. Хорошо тут сыграл. И потащил мяч вперед. И уже вблизи своих ворот мяч им удается перехватить вовремя. Рамос. Теряют они мяч. Вот это пас прекрасный. Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась. Отличный пас. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. 1-0. Сейчас будет веселее. Неплохо отбивалось, но мяч потеряли они. Классный перехват. А как насчет навеса здесь? Пас получился точно сопернику. Браво. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Какой прекрасный пример отбора мяча. Может получиться интересная атака. Анопка. И мяч снова у них. И перехвачен этот пас. Молодец арбитр. Увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Ван Перси. Браво. Хороший пас. Что тут получится? Забирает мяч голкипер. Плохо сыграно. Мяч потерян. И это перехват. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Удар. И это мог быть его дубль в сегодняшней встрече, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. И вторая попытка у них сейчас будет.
центр штрафной под углового. И ничего опасного здесь. За мяч они борются. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило. Момент для удара. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Великолепный проникающий пас. Мяч в воротах! И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Есть поддержка в этой атаке. И получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь. Иванович. Очень хорошо они в пас играют. От игрока мяч уходит в аут. Пас не получился точным, мяч уходит за боковую. Он игру читает. Здорово, арбитр в ситуации разобрался, и игра продолжается. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры. 2-0. Сложный первый тайм получился для Арсенала. Они уступают в счете, но времени у них предостаточно, чтобы исправить свое положение. Анопка. Отличные оборонительные действия. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Ван Перси. Теряют они мяч. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Хорошее движение с мячом. Неплохо они с мячом играли, но сейчас доигрались и потеряли его. Есть свободное место на фланге. И удар! Гол! 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 И продолжают забивать и забивать. Дается ему. Ушел мяч, аут. Защита первая на мяче, вынос. На, удар какой, а! Какой сильный, такой и неточный. Даже близко к створу мяч не прошел.
Владение в последние минуты полностью за хозяевами. Очень уверенно забрали под свой контроль середину поля. Здорово у них ходит мяч. И соперник очень непросто в такой ситуации без мяча будет сравнять счет. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. 30 минут играть осталось. Катают они мяч. Играет в пас команда. Тут ничего опасного. Вратарь тоже так решил и поэтому был максимально спокоен. Шикарно высокий прессинг и мяч снова у них. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Вот. Навязывают ему борьбу. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Из-за боковой ведут они мяч в игру. И тут может что-то получиться. Вот так парашют. И просто гол мечты. 3-1 счет. Результативный получается матч. Двигается с мячом вперед. Отличный перехват. Очень вовремя. Мяч потерян, теперь он у соперника. Какой хороший перехват сейчас получился. Великолепный защитник сейчас спас команду он этим действием. Получится у них контратака здесь. Надо пробить. Ты смотри, что он творит. Третий гол он свой сегодня забивает. Его просто не остановить. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли. Третий, как забить. И прекрасный завершающий удар со средней дистанции. Мастерски сыграны. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Перехвачен пас. Можно навес сделать здесь. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Они снова с мячом. Пас перехвачен. Анопка. Перехвачен этот пас. Отлично сыграно. Может быть опасно. Великолепно исполненный пас в разрез. Гол! 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 Повтор гола и паса, который сделал эту атаку. Исполнение на высшем уровне. Отлично он мяч над защитой запустил. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Теперь соперник будет с мячом. Здесь прессинг. Отличный проход. Очень хорошо они с мячом обращаются. Сегодня владение на уровне. И владение, и движение. Вот так играть в пас очень непросто. Поэтому только можно восхититься их действиями. Отличный пас. Вратарь не фиксирует мяч. Нужно играть. Умница, вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. В офсайде оказалась команда. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хорошо, он с мячом вперед идет. Пройдет тут навес. Отворот будет мяч. Здесь он попадает под прессинг. Не удивлюсь я, если судья достанет желтую сейчас.
на коротке разыграли. Всего минут осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось. В этой игре уже 5-2. Хоккейный матч. Финальный свисток арбитр дает. Для гостей этот матч получился очень неудачным. Проиграли они. Думаю, еще не скоро они забудут такое поражение. Соперник просто уничтожил.